Мы посмотрели сейчас движение транспорта. Прежде всего посмотрели интервал движения троллейбусов, трамваев, городского муниципального транспорта, города Катанца. Видим, что интервалы мы сократили до 2 минут, до 2-3 минут трамваев, троллейбусов. Транспорт ходит регулярно. И, конечно, сегодня основное было посмотреть реакцию людей и как это вообще происходит. Потому что то, что мы принимаем меры, надо смотреть на их, как это выполняется в жизни. Я вижу, что люди очень с пониманием относятся к нашему решению медработников пропускать без очереди. Вот такое уважительное отношение, вот такое, проявить такую солидарность с теми, кто на передовой, нам необходимо в Одессе. Я вижу, что это уже начало происходить. Вот происходит прямо на глазах. Вот дальше с такой солидарностью, с консолидацией всего общества мы пройдем это нелегкое время.